Ребят, всем привет! Итак, года три назад мы снимали для вас трилогию видосов, где рассказывали, как распознать перекупа, как уже на этапе просмотра объявления отсеивать хлам, как его просто задавать и прочее. Это очень актуальная информация была, по-прежнему все актуальна, но в любом случае перекупы не стоят на месте и пытаются, скажем, парировать всячески, чтобы обходить всякие ненужные вопросы и пытаться продолжать пудрить людям мозги своей ненужной, но красивой информацией. Ссылку на эту трилогию я оставлю здесь, можете посмотреть. А сегодня мы расскажем о таком, скажем, мероприятии, о том, что перекупы идут в ногу вместе со всякими разными интересными лайфхаками. Начнем с того, что, допустим, раньше была какая ситуация. Нужно смотреть на болты, все говорили, да? Перекупы начали закрашивать болты очень грамотно, не просто кисточка, а напылили, допустим, полку крыла вместе с болтами, матом, матовой краской в смысле. И получается в итоге, как бы якобы болтики даже не кручены. Говорят там, берите толщик, это все круто, там не вопрос. Толщик это не панацея, и поэтому много машин красится под толщиномер, много элементов навесных вешается в цвет некрашенных. Например, была недавно Октавия, у которой было усилители крыльев проблемные, скажем, получала в аварии, лонжероны были, телевизор было все в мясо. А наверх навесили капот, крылья с такой же серебристой, скажем, Октавии, и по толщику она билась как под завод. Поэтому толщик это не панацея. И сейчас же появилось огромное количество ботов бесплатных, через которые можно понять, кто продает машину. Перекупы там, или не перекупы, и 5-10. И поэтому и здесь уже нашли лазейку перекупы и пытаются всячески, опять же, зайти к вам в разум и всячески воодушевить на покупку их не очень хорошего автомобиля. Итак, в этом видосе я расскажу о трендах 2020, которые используют перекупы для того, чтобы продолжать быть на плаву и продолжать обманывать не таких уже, по современным меркам, глупых людей. Люди стали умнее, их обмануть уже стало намного сложнее, так как люди боятся потерять, скажем, свои определенные деньги. И поэтому перекупы идут на еще более, скажем, изящные какие-то ухищрения для того, чтобы обмануть потенциальных покупателей. Не стоит забывать о том, что сейчас появилось количество определенных ботов, которые позволяют по номеру пробить продавца. И якобы, думаю, что это панацея, и с помощью этой подобной приблуды можно что-то распознать. На самом деле, нашли лазейку перекупа, покупают новую симку, под нее делают новый аккаунт. Абсолютно чистый номер, нигде ничего не фигурирует, он абсолютно чистый. И поэтому, скажем, как это раньше было, популярна симка под машину. И поэтому вы там еще, в принципе, ничего даже не узнаете. Раньше это была очень крутая тема, потому что раньше, когда вы видели свежий аккаунт на сайтах, сразу можно было подумать о том, что это человек, который никогда не был связан с машинами еще там года 2-3 назад, да, допустим. И это был классный знак, и шансов 8 из 10, то, что эту машину можно было купить, потому что человек впервые регистрируется. Сейчас же каждый третий аккаунт свежий, и сразу, если вы видите, зарегистрирован там та-та-та-та, сразу должно возникать огромное количество вопросов. Я не буду говорить, что хорошие перекупы плохие, то есть дело каждого, связываться с ними, не связываться. Просто те, кто уже принял для себя решение покупать машину участника от хозяина, который даст вам какую-то информацию, то это видео будет абсолютно для вас. Скажу сразу, была недавно очень интересная ситуация, к сожалению, не сделал скрины, когда друг за другом было два объявления абсолютно в одном и том же ракурсе. Я был уверен, что это один и тот же человек продает. Открываю, там два разных имени. Но интерес был в том, что номера были абсолютно одинаковые, номер телефона, только один был на 19 заканчивался, второй на 23. Поэтому один и тот же, скажем, перекуп просто на разные имена сделал две машины. Следующий момент. Сейчас вы увидите фотографии трех абсолютно одинаковых объявлений, точнее объявления разные машины, но это одного того же продавца. Локация одна и та же, имя одно и то же, только три разных аккаунта под три разных машины. Один аккаунт там один день, второй аккаунт месяц, третий аккаунт там, грубо говоря, там пару дней. Все эти машины продаются от одного человека на трех разных аккаунтов, поэтому я не собирался искать, целенаправленно не искал, просто так совпало, что попало на глаза три одинаковых объявления. Вот вам, в принципе, итог того, что один и тот же человек продает три машины с разных аккаунтов. Например, на авторе появилась под фотографиями новая сноска, где при публикации объявления продавец указывает ВИН либо номер машины, подтягивается определенная информация. Одна из такой информации – это, например, когда была последняя операция. Если вы видите, допустим, свежую операцию, там неделя, месяц, два, это возникает огромное количество вопросов. Конечно, может быть, там газ, там еще какая-то ситуация может быть, но в любом случае уже нужно задуматься, уже нужно более углубленно копать, чтобы понять, какая же была эта операция, то есть связана с перепродажей, либо же не связана. Еще момент, когда вы видите в объявлении скрытые номера, и продавец, прям там такая вот от авторе
информация о том, что продавец скрыл ВИН, продавец скрыл номер машины для того, чтобы не давать никакую либо информацию. Еще один такой момент, который появился в последнее время очень постоянно, особенно в публикациях от перекупов, это то, что снимают номера. Не закрашивают там ничего, а именно снимают полностью. Идет миллион фотографий. Понятное дело, для чего? Для того, чтобы не заниматься фотошопом за компьютером, каждую фотографию не обрабатывать, не закрашивать номера, проще их снять. Минимальный процент частных продавцов, которые будут заниматься снятием этих рамок, это все юридические. Им проще замазать в пейнте, там 10-15 фотографий, которые они сделали, либо оставить номера открытые, либо вообще там какую-то тряпочку накинуть и все. Поэтому снятые номера – это уже огромный шанс того, что это будет перекуп. По телефону всегда спрашивайте, кто хозяин автомобиля. В большинстве машины продают по доверке, и поэтому такие вопросы перекупам не сильно удобны. То есть вы им не интересны, так как вы задаете ненужный вопрос. Они вам скажут, раз я продаю, значит моя, там родственника, свата, брата, в общем, скажут, будет ваша и прочее. Поэтому сейчас спрашивают вопрос, и когда перекуп понимает, что вы грамотный человек, он вас будет сразу же сливать, потому что, как правило, ему нужны глупые люди, которые не задают лишних вопросов, а просто верят в его болтовню. Поэтому не стесняйтесь и сейчас задавайте подобный вопрос. Следующий момент, то, что когда вам, допустим, сказали, там, что вот я хозяин, наверняка, да, все класс, там, без вопросов, и вы собираетесь ехать на осмотр, во-первых, спросите, как давно эта машина у него, это раз. И второй момент, если вы собираетесь ехать на осмотр, но у вас есть внутреннее ощущение, что вас обманывают, и он оказывается обычный барыга, который не имеет никакого отношения в принципе документально к этому автомобилю, попросите, чтобы он привез вам техпаспорт и показал, где он указан, там и 5-10. Как правило, в последнее время очень часто такая тема пошла, когда люди просят техпаспорт, продавец приезжает без документов, то есть специально, потому что, ой, забыл, то потом вам в МРЭ уже покажу техпаспорт. Сразу должно вас напрячь, потому что любой вменяемый человек ездит с документами. Даже если у него нет документов физически, у него там будет ДИА и все остальное. Опять же, какая будет ДИА у перекупа, если он не хозяин машины в принципе? Поэтому пока не будет техпаспорта, никаких в принципе разговоров быть не может. И пока он не показал техпаспорт, в котором он указан, что он собственник, никаких разговоров там, и каких-то предложений в принципе быть не может. Чем плоха доверка? Тем, что когда, если вы не зададите вопрос продавцу, то нужно понимать, что он вам будет говорить, что я первый хозяин, 5-10, как бы. Он там, машина может быть от первого хозяина, без вопросов, но продать уже будет ее перекуп по доверенности. То есть никакого отношения к предыдущему хозяину она уже не имеет. А что сделал перекуп? Скажем, скрутил пробег, скрыл вопросы по технике, там, по кузовне опять же, и 5-10. Поэтому по доверке это уже не первый хозяин. Первый хозяин, когда он по документам первый хозяин, тот, кто вам показывает, что тот, кто ее продает. Чем плоха доверка? Даже не тем, чем плоха, а как это все происходит, манипуляция. Если вы не задаете вопрос человеку о том, что он хозяин или не он хозяин, а поверите в то, что он говорит первый хозяин, то чем это все закончится? Тем, что вы приедете в МРЭО, в любом случае у перекупа есть бегунок, который поможет переоформить, он даст бегунку техпаспорт, даст доверку, и он у вас машину переоформит. Вы даже не поймете тот момент, когда купили машину не от хозяина, а купили от барыги. То есть поэтому ставьте конкретные контрольные вопросы, которые выведут на чистую воду не очень честного продавца. Кстати, у нас на канале недавно выходил видос, где мы разоблачали не очень честного продавца, который скрутил более 100 тысяч километров при продаже Kia Ceed. Ссылку на видос можете здесь увидеть, приходите, посмотрите. Сейчас многие люди скажут, что так, мол, против перекупов, там нормальные ребята, 5-10, как бы. Я не против перекупов, просто каждый для себя решает, покупать машину участника или покупать машину перекупа, который бог знает, что сделал с той машиной, и, скажем, купил изначально дешевую машину, и, в общем, не хочу в этом разбираться, тут не в том. Дело каждого, покупайте, не покупайте. Наша идеология, мы не работаем с перекупами принципиально, мы ищем машины только у частных продавцов, потому что там есть хоть какая-то история. Опять же, максимально правдивая легенда, без каких-либо лишних красочных деталей. Опять же, машина, которая не готовится. Подборку с огромным количеством обманов, где битый акцент продавался как не битый, там и куча, скажем, прочих видосов с обманами. Здесь вот подборочка, можете посмотреть. Также огромное количество обманов, которые подстерегают при покупке автомобиля, в том числе от перекупа. У перекупов описание очень специфическое, как правило. Интересна такая, скажем, раскладка, где большие, маленькие буквы. Стилистика описания абсолютно не одинаковая. Специфические, опять же, фотографии. И самое главное то, что в описании всегда будет, там, опять же, по году выпуска там будут манипуляции, там, старше, младше. В заглавных, где указано марка, скажем, автомобиля и год выпуска, будет дополнение, типа как там не крашено, оригинал, там что там у них еще может быть там максимал в звездочках и все остальное. Поэтому для того, чтобы привлечь дополнительное внимание. Вот, поэтому таких объявлений тоже, скажем, выдают сразу же какие-либо вопросы по собственности автомобиля у этого перекупа. Скажу сразу, это не какой-либо альманах и мои такие, скажем, подручные какие-то
материалы, они дадут вам полной картинки понимания, перекуплю либо же не перекуплю, но хотя бы обращать внимание на них вы можете. И в дополнение к тем видосам той трилогии, которая была более 3 лет назад снята, они в принципе работают. И благодаря такому алгоритму вы сможете отсеивать не очень хорошие автомобили и искать, ждать машину от хозяина. Надеюсь, информация была вам полезна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои какие-то, может быть, алгоритмы, по которым вы определяете перекупов. Нам будет полезно, интересно почитать. Оставайтесь с нами, будет много чего интересного. Всем удачи, всем пока.